Всем привет. О, Васька мне ответила. Так, вот. Спасибо, Света. Спасибо, девочки. Как понять, как дать парню, что он нравится? Ну, подмигни, улыбнись, он сразу поймет. А мой же нравится Honor, Reflection и новый желтенький, не помню, как называется. Да, Armani консилер под глаза использую. Аида, спасибо. За волосами вот последний раз Olaplex сделала. А нет, этот предпоследний ботокс для волос сделала. Ой, Тиффани, спасибо. А что-то я уже не вижу Тиффани, сердечек. А, вижу, вижу. Выпросила. Че? Опусы? Он нравится? Ну, подмигни, улыбнись, он сразу поймет. А мой же нравится Honor, Reflection. И новый желтенький, не помню, как называется. Да, Armani консилер под глаза использую. Аида, спасибо. За волосами вот последний раз Olaplex сделала. А нет, этот предпоследний ботокс для волос сделала. Ой, Тиффани, спасибо. А что-то я уже не вижу Тиффани, сердечек. А, вижу, вижу. Выпросила. Че? Опусы? Это какие? Нравится Роял Арбат? Да, ну, как бы... Ну, чуть-чуть надоел. Мы столько раз ходили туда, каждые выходные, иногда пятницу, субботу. 2 месяца подряд ходили туда. Ну, 8 точно были. А, даже больше, наверное. Кальян не курю. Сигареты тоже не курю. Ничего не курю. Так. Нет, я еще шнурка что-то светловато ложится. Пластика, опять губы. Ну посмотрите, сколько в Москве стоит. Мать день считает, что деньги. Может, машина у него есть? Денег немного. Жмот, да. Идеальное качество, вообще супер. Я считаю, что для такого качества это даже низкая цена. 1000. Так, отлично. Заблокируем вас. Итак, негатива в жизни хватает. Ну ничего, сама берешь и говоришь, все, у нас все кончено. От темных кругов бороться тоже говорю. От темных кругов бороться. Хороший мальчик очень. Такой хороший. Вообще зайчик. Нет, надо делать курсом. Спасибо. Водителя права, стаж, ну, 10 лет так точно, может, 12. Джеб, последний раз сапоги, может, покупал, да. А, на духи там что-то еще. Да. Armani Maestro 7. А, ой. Ой-ой. Не, я покупаю всю косметику в ЦУМе. Ну, навеки не знаю. Я рисую карандаш... Ой, дай. Подводкой. Нет, чех. Часы сегодня... Ну, я часто их ношу. Вчера носила другие. Это самый лучший тональник, потому что для моей кожи это идеальный тональник. Ой, не послушала я навигатор и поехала... И он мне больше показал. Не люблю я Новослободскую улицу, не знаю. Ну, если ты считаешь, что я тупая, во-первых, это как минимум неприлично. Наверное, тебя мамы с папой не воспитывали. Раз ты пишешь незнакомому человеку такие оскорбления, это раз. А во-вторых, не зная меня, писать такое, вряд ли тупая девушка смогла бы так добиться того, чего я. А,
Котенок смотрит, круто. Я не скажу, как его зовут. Из брендов, ну вот сегодня пришла посылка, сапоги и футболочки plain. Хочу сумочку купить, вот думаю, какую, честно сказать, вообще не знаю. Думаю, может Сен-Лоран взять, либо серую, либо черную. Это мне интересно. Нет. Диаграмма. ВБ, что такое? ВБ сумки. Нет, ну у меня рейндж тоже от фу-фу-фу. Вот, я на рейндже проездила 3 года. Потом я его Диме в Ростов отдала на командировке покататься. Потом обратно забрала и маме отдала. Вот вообще проблем не знали никогда. Тьфу-тьфу-тьфу. Не было проблем с этой машиной никогда. Хотя все жалуются, что рейндж очень ломучая машина. Все это брехня. И Каен, тьфу-тьфу-тьфу, тоже никогда. Ну, у меня на Каене пробег очень маленький. Я же на разных машинах всегда ездила, плюс путешествовала очень много. Вот. Ну, какую-нибудь поменяю, куплю себе машину. Потом эту маме отдам. Наверное. 36 тысяч сейчас пробег. Учитывая, что ей, как бы, в принципе, сколько я на ней лет? 3 года с половиной, да, езжу? Любимое место за границей. Мне очень понравилось Монако. Я была там раз 5-6, наверное. Потом нравится Сингапур, разок понравился. Сидней неплохой. Токио на разок неплохой. Куршевель нравится, но не каждый год. В том году хорошо получилось съездить. Потом чего? Ух ты, как хорошо тут проехали. Гелик. Да гелик, он дергается сильно. Неплохой гелик. У меня же в доме Кокорин живет в соседнем подъезде. У него гелик стоит, как мне Джеб сказал, 50 миллионов. Ну, неплохой такой гелик, честно сказать, не понимаю, что там на 50 миллионов в нем. Симпатичный. Но я не понимаю, что в нем такого вообще. Он скачет, он так дергается. Все-таки мне больше комфортные машинки нравятся. Так. Я не буду отвечать на ваши вопросы по поводу моих подруг. Захотят сами ответить, ждите их перископа. Так, Нормандия, Неман, ресторан, бистро. Ботокс для волос нравится. Но мне сейчас платится SL и R. Находится в авиапарке рядом с моим домом. Магазинчик на 3-м этаже. Думаю, сейчас фоткаю его. Вот. И шубка, я уже говорила. Шубка из лисички. Из Modus Fashion. Молодые девочки наступают на пятки. Они так глупо наступают на эти пятки. Пишут моим мальчикам в директ. Вешаются на шею, господи. Такие. Я не скажу, как его зовут. Из брендов, ну вот сегодня пришла посылка, сапоги и футболочки plain. Хочу сумочку купить, вот думаю, какую, честно сказать, вообще не знаю. Думаю, может Сен-Лоран взять, либо серую, либо черную. Это мне интересно. Нет. Диаграмма. ВБ, что такое? ВБ сумки. Нет, ну у меня рейндж тоже от фу-фу-фу. Вот, я на рейндже проездила 3 года. Потом я его Диме в Ростов отдала на командировке покататься.
Потом обратно забрала и маме отдала. Вот, вот вообще проблем не знали никогда. Тьфу-тьфу-тьфу. Не было проблем с этой машиной никогда. Хотя все жалуются, что Range очень ломучая машина. Все это брехня. И Cayenne, тьфу-тьфу-тьфу, тоже никогда. Ну, у меня на Cayenne пробег очень маленький. Я же, ну что, я же на разных машинах всегда ездила, плюс путешествовала очень много. Вот. Ну, какую-нибудь поменяю, куплю себе машину. Потом эту маме отдам. Наверное. 36 тысяч сейчас пробег. Учитывая, что ей, как бы, в принципе, сколько я на ней лет? 3 года с половиной, да, езжу? Любимое место за границей. Мне очень понравилось Монако. Я была там раз 5-6, наверное. Потом нравится Сингапур, разок понравился. Сидней неплохой. Токио на разок неплохой. Куршавель нравится, но не каждый год. В том году хорошо получилось съездить. Потом чего? Ух ты, как хорошо тут проехали. Гелик. Да гелик, он дергается сильно. Неплохой гелик. У меня же в доме как Корин живет в соседнем подъезде. У него гелик стоит, как мне Джеб сказал, 50 миллионов. Ну, неплохой такой гелик, честно сказать, не понимаю, что там на 50 миллионов в нем. Симпатичный. Но я не понимаю, что в нем такого вообще. Он скачет, он так дергается. Все-таки мне больше комфортные машинки нравятся. Так. Я не буду отвечать на ваши вопросы по поводу моих подруг. Захотят сами ответить, ждите их перископа. Так, Нормандия, Неман, ресторан Бистро. Ботокс для волос нравится. Но мне сейчас платится SL и R. Находится в авиапарке рядом с моим домом. Магазинчик на 3-м этаже. Думаю, сейчас фоткаю его. Вот. И шубка, я уже говорила. Шубка из лисички. Из Modus Fashion. Молодые девочки наступают на пятки. Они так глупо наступают на эти пятки. Потому что устроенные не будут писать такие, типа, такие вопросики с укольчиком. Якобы, Марина, что? Ты же уже взрослая, тяжело, наверное, тебе. Нет, мне не тяжело. Стася. Я тебе не отвечу на этот вопрос. Я тебе говорю это в лицо. Спасибо. Базы под макияж я пользуюсь сегодня и последнее время. Пользуюсь Clarins. Ну, как бы это такой матирующий крем, но я его как базу использую. Я не знаю, мне другие базы не очень. В принципе, мне еще нравится у Naked хорошая база. Я вам выставляла Летозоны Pores No More. А на остальную часть там такая для сияния как-то Brightening чего-то там база. Ну да, может, для многих 30 это как 60. Дело же не в том, что сколько цифр в паспорте, а как девушка выглядит. Ну, к веснушкам неплохо отношусь. Мне кажется, очень мило. У меня подружки веснушки. Старенькие хотят молоденьких.
А почему-то многие вот такие парни, которые молодые, веселые, классные, позитивные, богатые, они хотят вот такую девочку с мозгами. И им вот эти молодые девочки, честно сказать, им эти девочки вот как мясо, честно сказать, пушечное. Вот да, молодые, да, красивые, но это все пушечное мясо для них, прикинь, вот очень редко, когда вот молодые девчонки могут действительно заинтересовать мужчину. Вот, что-то такой негатив сегодня, что-то перед Новым годом обострение, что ли, у людей. Нет, да у меня же худенькое лицо. Куда мне липаетки? А в живот тоже не хочу. Украине привет. Да, я вот заметила, вот у меня почему-то вот именно качественные мужчины, вот качественные, вот как-то начала вот как-то обращать внимание, вот именно после 25, после 27, 28 даже вот так вот. Я не знаю, с чем это связано, причем разные. Вообще, вот, казалось бы, да, вот 20 лет, да, там 22, вот самое, там, да. Только старики вот что-то на малолеток ведутся. Да и то так. Куда ушел? Никто где так начинается. Давай закроем эту тему. Ну да, 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 я не могу, взрослые, мне вообще не нравится, не хочу никого обидеть, я думаю, что взрослые не смотрят, конечно. Ну, как я понять жалею, конечно, я же тоскую по своим волосам длинным, но... Что-то забыла уже. Да. Вот, сожгли волосы. Сочи, привет. Волосы сожгли, поэтому они у меня умерли. И мне пришлось уже, честно говоря, их просто состричь, потому что они стали как резиночки. Этот Хонин у меня сжег волосы, козел. Хренов, блин. У меня вот прошел год, у меня очень хорошая генетика по волосам. Тут дело, конечно, не в лечениях. У меня очень хорошая генетика. И про сумки расскажи. И у меня как бы вот как... Я не ожидала, что мне сожгут так волосы. И прошел год. Все равно они у меня не выросли до тех вот, до той длины, до которой я ожидала, что они вырастут. Я думала, у меня за год все-таки оно вернется. У меня же быстро волосы растут. У меня с каждой луковицы по 3-4 волосины растет. И это вообще... Как будто я не русская. Такая вот генетика. Ну, Бородина, наверное, все-таки. Ну, не знаю, Бузова тоже милашка. Неплохая она. Незлобная, кажется. Темно-русый у меня. Шкуры, конечно. Погода в Москве 3,5 градуса. Наконец-то похолодало. Думаю, что так ночью замерзло? В Сибирь. В Сибирь не знаю. Наверное, не приеду. Ладно. Было с вами приятно поболтать. Я смотрю, уже пробочка у меня закончилась. Вот, выезжаю на Садовое и скоро доеду до салона. Ой, ну сегодня прям конкретное обострение психов каких-то и злодеев. Поверните направо. Мечтаю? Да не знаю, вроде все вот так ровно. Все так хорошо. Так. Прямо 1 километр.
Я вас обнимаю, целую, со всеми прощаюсь. Хорошо? Пока.